Здравствуйте, это информационный выпуск. Сегодня в студии Георгий Плиев. Смотрите в выпуске. Депутаты заслушали отчет правительства Южной Осетии. Президент принял участие в работе сессии. В столичной администрации вручили ключи от квартир в новостройках на улице Осетинской. Оздоровительный центр в Нагутне принимает также курортников из разных регионов России. На последнем заседании весенней сессии депутаты утвердили в должности нового главу Национального банка, приняли ряд законов в области судебной системы, поправки в бюджет и заслушали отчет правительства о работе в 2023 году. В работе последней весенней сессии парламента принял участие и президент Алан Гаглоев. Так, этот репортаж пока готовится к эфиру, вернемся к нему позднее. Переходим к следующей теме. 18 счастливых новоселов из числа чередников готовы заселиться в свои квартиры. В столичной администрации вручили ключи от квартир в новостройках на улице Осетинской. Подробности у Агунды Губозовой. Восемнадцать семей получили сегодня ключи от долгожданных квартир. Теперь они будут жить в новом жилом комплексе, расположенном на улице Осетинская. Глава городской администрации Ромео Хугаев поздравил собравшихся с этим важным в их жизни событием. Поздравляю вас всех, общественная комиссия и коллеги администрации решила выдать вам, очередникам, сочла нужным из... признала вас нуждающимся в получении жилищных условий, с чем я искренне вас поздравляю. Мы сейчас вручим вам ваши договора социального найма и, соответственно, ключи. Глава столичной администрации поблагодарила чередников за проявленное терпение. Работа жилкомиссии предполагает несколько этапов проверки, поэтому выдача заветных квадратных метров затянулась, добавил Хугаев. Предыдущая комиссия была распущена. Думаю, я еще раз говорю большое спасибо за проделанную огромную работу. Но новая комиссия, приступив к работе, вот как бы нам не хотелось ускорить этот процесс, он не ускоряется. За это я прошу прощения, что мы заставили вас ждать, заставляем ждать и тех, кто за вами стоит в очереди. Тем не менее, общественная комиссия делает все возможное, чтобы ускорить эту работу. И скоро, я надеюсь, что в скором будущем те очередники, которые ждут свои дома, также получат уведомление о том, что им предоставлены новые дома в новостройках. Хугаев также заявил, что жилкомиссия руководствуется в своей работе принципами добросовестности и справедливости. Граждане, получившие жилплощадь, состояли в очереди в списках разных категорий. Многие из них ждали улучшения жилищных условий десятки лет и, наконец, дождались. Выбрать место для холодильника, стиральной машинки, спального гарнитура или прихожей – самые главные хлопоты новоселов. Семья Габараевых получила сегодня ключи от новой двухкомнатной квартиры. Они ждали этого события более 30 лет. Долгожданный день настал. Наконец, пришла пора праздновать новоселье. Со слезами на глазах, говорит хозяйка. В этом
этом жилом комплексе Габараевы не единственные новоселы. И заветные квадратные метры получила и семья Бетеевых. С 2004 года семья ютилась в здании Цхинвальской школы-интерната. За эти годы они обивали пороги профильных инстанций, но результата не было. Старшая хозяйка дома отмечает, что уже и не верила в то, что она будет жить в нормальных условиях. Мы долгое время ждали это. Мы были беженцами, жили в трудных условиях, все. Но люди нам всегда помогали. Нас приютили в школе-интернате. Угу. Долгое время там жили. Они очень большое внимание нам уделяли. Благоустроенные квартиры в новых многоквартирных домах светлые, просторные и с балконами. Сегодня у нас большое событие, торжественный день у нас. Все люди сегодня ждали этого дня, и мы тоже его дождались. Спасибо администрации нашего города, коллегии нашего города, которые принимали большое участие, что распределили нам вот эту квартиру. Спасибо большое за все. Новоселам осталось только обжить новые квартиры и подружиться с соседями. К реализации последнего пункта они приступили незамедлительно. Агунда Гобозова, Арсен Гасиев. Информационный выпуск сегодня. Ведущий специалист Московского центра имени Бакулева, находящийся в республике по приглашению Минздрава совместно с югоосетинскими коллегами, подвели итоги двухдневной командировки в республику. В Республиканском многопрофильном медицинском центре Цхинвала прошла конференция с участием ведущих специалистов сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и югоосетинских медиков. Заведующая отделением кардиологии Светлана Куроева и детский кардиолог Республиканской детской больницы Людмила Татаева рассказали о заболеваниях сердечно-сосудистой системы у граждан, а также об итогах проведения консультативных приемов врачами центра Бакулева. По республике Южная Осетия на учете с врожденными пороками сердца на сегодня состоит 60 детей. Из них 49 детей оперированы и 11 детей с неоперированными пороками сердца. Структура оперированных пороков. 5 детей у нас с тетрадой Фалло, 14 с дефектом межпредсердной перегородки, 7 детей с дефектом межжелудочковой перегородки, 5 детей с открытым артериальным протоком, 2 со стенозом легочной артерии, 6 детей с картацией аорты и 11 детей со сложными комбинированными врожденными пороками сердца. Югоосетинские врачи выразили огромную благодарность специалистам центра имени Бакулева за высококвалифицированный прием и внимательное отношение к пациентам. И больные, и мы сами сотрудники очень довольны приемом и осмотром наших больных, как терпеливо, грамотно были осмотрены наши больные. Порою наши больные, они немножко труднодоступные вот в плане вот серьезности их патологии, и очень терпеливо и хорошо доступно они довели до наших больных то, что им нужно. Особый не интерес, а особая трудность у нас в пересылке больных вот в сторону Российской Федерации. Это 57-я форма, которая нужна обязательно для получения квоты. И потому у нас идет загвоздка, пересылка больных. И так что мы очень просим, чтобы облегчить состояние или пересылку наших больных, вопрос решения вот, получения 057-й формы. Хирург-аритмолог Олег Сопов из центра имени Бакулева рассказал об инновационном лечении пациентов со сложными формами наджелудочковых тахиаритмий и возможностях современной аритмологии. Все как по часам прошло. Здесь от нас требовалось только активное участие и работа. Вот. Очень мне понравился подход к детской аритмологии. Людмила Ираклиевна знает каждого своего пациента. Это было принесено вот так. Оставалось только прочитать и записать на операцию. Больше ничего не делать. Ведущие специалисты Российского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева за 2 дня пребывания в Цхинвале проконсультировали более 350 пациентов, как взрослых, так и детей. Оксана Джуева, Азамат Кудзиев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. В популярной югоосетинской водолечебнице НЭВ с каждым годом предпочитают поправить свое здоровье не только местные жители.
а также отдыхающие из разных регионов России. Стелла Бязрова побывала в одном из живописнейших мест. В ущелье Нагут. Девственные леса, свежий воздух и хорошее настроение. Источники ущелья Нагут не зарекомендовали себя как одни из самых лучших. Именно поэтому сюда каждый год приезжают десятки людей не только из Южной и Северной Осетии, но и со всех регионов России. Сюда приезжают люди прежде всего для того, чтобы поправить свое здоровье и хорошенько отдохнуть. Подальше от городской суеты и ближе к природе, водолечебница Невс уже второй поток отдыхающих. Приехав сюда, понимаешь, почему это место посередине леса пользуется огромной популярностью. Как говорится, здесь и дышится по-другому. По словам отдыхающих, лесной воздух – лучшее лекарство от стресса и тревог. Но это всего лишь малая часть всех достоинств. В большинстве сюда приезжают ради источников, которые обладают массой полезных свойств. Мы здоровы, улучшаем дарзанордар, мы захтун, кама гашаун, камрой гуртан, хаурдам кнашун, а дворта дюб, ятам кадам шам фасарантам, кад магананис маршам, мана нахирд кабесе, охам диссаже бенатуис, амар башам маже баулафам. Алла Кукаева из Северной Осетии каждый год приезжает в ущелье Нагутни. Впервые она побывала здесь еще в советские времена, когда столкнулась с заболеванием суставов. По ее словам, именно источники ущелья помогли ей избавиться от многолетней проблемы. Атмосфера умиротворения и спокойствия – еще одна причина, по которой Алла ежегодно приезжает в водолечебницу. Для отдыхающих здесь созданы хорошие условия, начиная от размещения и заканчивая оздоровительными процедурами. Персонал водолечебницы внимательно относится к отдыхающим. В оздоровительном центре ущелья Нагут не скучать не приходится никому. Здесь каждый день буквально расписан по минутам. С 7 часов утра до 10 часов вечера все заняты приятными для души делами. Кто-то проходит процедуры оздоровления, кто-то предпочитает общаться в кругу друзей, а кто-то занимается творчеством. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать. Валентина Болотова и Ирина Кульшова приехали в водолечебницу Невс из Краснодарского края. Мать и дочь долго думали, куда бы поехать в этом году на отдых. Об этом месте в Южной Осетии они узнали случайно и решились на долгую поездку, о чем не пожалели. Нас сюда пригласили, и мы поехали с подругой, с дочериной. Вот. И нам очень понравилось здесь, когда мы приехали. Очень. Все. И душевно так. И все люди, все такие гостеприимные. И нам очень понравилось. Ну, что еще сказать? И лечение, и все-все. Отпили всех своих дома и приехали отдохнуть именно вот, с природой пообщаться, с людьми. Очень хорошие люди, гостеприимные. Начальник базы Вало очень... Молодец прям. Единственное, что дорога. Тяжело на наших маленьких машинках, конечно, пробираться. Вот. А так минеральные воды, замечательные ванны, водопад чудесный. Да. Мы купались, и спасибо огромное. Вместе с Валентиной и Ириной из Краснодарского края приехала их подруга Екатерина Мирошникова. Женщина любит путешествовать и побывала во многих местах, как в России, так и за рубежом. Природа ущелья Нагутни ее впечатлила настолько, что и на следующий год планирует сюда приехать. Природа завораживает, сила, мощь, красота успокаивает. Мы сюда приходим каждое утро
и наслаждаемся, и любуемся красотой Осетии. В следующий раз планируете еще? Конечно. Дай Бог, все будет. Увидели уникальное место в Южной Осетии гости из Краснодарского края благодаря Индире Джагаевой, которая и посоветовала им приехать в Центр здоровья и отдыха. Мама много раз здесь отдыхала, очень всегда советовала, хвалила, как здесь хорошо. Поэтому я с подругами решила приехать. Но ожидания даже превзошли. То есть мы не ожидали, что настолько здесь хорошо, даже лучше, чем мы предполагали. Нас пугали, условий нету, там этот, но все можно, все хорошо, все прекрасно. Работники, все, всем им большая благодарность, начиная от повара и заканчивая помощниками. На третий поток путевки были раскуплены уже в июне. По словам директора водолечебницы, ожидается приезд большого количества отдыхающих из регионов Российской Федерации. Журинчтам, кашайнам журинчерам 18 августа заказ предоплата сарустуя хсэц адымага Чеченской Республики. Ургеда номер шевчество. Ну, шевенч, азардам, тэнк шевфэлэ, махан, мэна рухстард мэсэрэ асти, рухсуди, тэнк аварни, оттагми фэлэ, эштэр бузды мэфэнде, зэгэн рухсэ кушэтэн. Особо не сахистэрэ, кабэстэ лэппуэн. Сразу рэрвэстадамэ, мэ энергетические ресурсы Особое внимание здесь уделяют питанию. Кормят отдыхающих три раза в день. Еда готовится только из свежих и натуральных продуктов, которые ежедневно на базу привозит директор водолечебницы. Сезон заканчивается в конце августа. К следующему году планируется улучшить условия базы. И прежде всего на повестке стоит вопрос благоустройства дороги. Стелла Бязарова, Заур Устаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Итак, как сообщают режиссеры, материал о заключительной сессии парламента Южной Осетии готов к эфиру. Смотрим репортаж. В числе первых вопросов парламентарии рассмотрели назначение на должность председателя Нацбанка кандидатуру Сослана Бекоева. Единогласным решением он возглавил финансовое учреждение. Ранее представление о кандидатуре Бекоева в законодательный орган направил президент. Депутаты поздравили Бекоева с назначением. Всех депутатов с назначением на высокую должность. Пожелать вам успехов в работе. Не сомневаемся, что ваша деятельность будет направлена на созидание, на развитие банковской сферы нашей республики. И уверен в том, что те шаги, которые вы будете предпринимать, они будут направлены на развитие банковской сферы. Спасибо большое за доверие. Со своей стороны обещаю приложить максимум усилий для того, чтобы то высокое доверие, которое вы возложили на меня, я оправдал. Спасибо большое. У прежнего руководителя Нацбанка Жанны Джуоевой истек срок полномочий. Председатель парламента поблагодарил Джуоеву за проделанную работу и пожелал ей успехов. Далее законодатели заслушали отчет правительства. Позади еще один год в нашей истории, истории нашей республики. Он был для нас непростым. В сложных политических и экономических условиях, на фоне масштабных геополитических трансформаций и как следствие вызванных ими кардинальных перемен, мы вместе с нашим стратегическим партнером России преодолевали разные трудности. Финансовая ситуация на начало 2023 года была достаточно нестабильной, создавала угрозу срыва выполнения всех обязательств, прежде всего социально значимых. В результате командной работы нам удалось выработать решения, позволившие сохранить позитивную динамику достижения поставленных целей. Считаю, что выбранный курс оказался верным. Перед нами стоит общая задача развития нашей республики и дальнейшее укрепление ее государственности. Большая часть наших положительных результатов – это плод совместной работы с депутатами, общественностью и государственными службами республики, с которыми предстояла системная работа по поддержанию и развитию всех направлений жизнедеятельности нашего государства. Джусоева обозначил основные направления деятельности Кабмина – исполнение бюджета, реализацию инвестпрограммы, а также отметил, что в указанном периоде в республике повысились зарплаты для отдельных категорий работников и проиндексированные пенсии более чем на 8%. Особое внимание в своем отчете он уделил социальной сфере. Государство всегда внимательно относится к процессам, происходящим в социальной сфере, которые
которая была и остается приоритетной в нашей деятельности. Здоровье населения является основой развития и процветания государства. В целях улучшения качества и доступности медицинской помощи населению в республике действует программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, благодаря которой финансируется большой перечень видов и форм медицинских услуг. Повышается эффективность использования ресурсов системы здравоохранения в целом. Среди приоритетных направлений системы здравоохранения можно выделить оптимизацию штатной численности и совершенствование службы в области лекарственного обеспечения, стационарных медицинских организаций и трудных категорий граждан. Без внимания не остается вопрос оказания специализированной и высокотехнологической медицинской помощи, обеспечения лекарственными средствами, профилактика и лечения болезней системы здравоохранения, онкологических заболеваний, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Также Джусоев говорил о важном направлении для развития республики – туристической отрасли. Естественно, есть один из приоритетных вопросов. Конечно, то же самое по этой программе, на мною было заявлено, что мы алуден на управление идет. Меня очень раз, уже с Нового года, пошел на этот проект, что мы на нашу программу похожи, мы алуден на управление, кем-то, зон городики, Норгумы, Норгумы, вообще, сразу проектами, смохан, уникальные возможности. Депутаты единогласно поддержали отчет правительства, в том числе и по части исполнения государственного бюджета. В завершении доклада Константин Джусоев поблагодарил депутатов за конструктивный подход к работе. Сегодня перед нами стоят новые задачи в деле социально-экономического развития. Наметившиеся положительные тенденции нуждаются в развитии и укреплении. Мы и в дальнейшем нацелены задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы сделать нашу выражаю надежду на дальнейшую консолидацию и взаимоуважительную работу исполнительной и законодательной власти. На наши совместные действия по повышению уровня благосостояния населения. Ведь это и есть наша общая главная задача. И каждый из нас на своем месте обязан приложить максимум усилий для ее выполнения. Благодарю за внимание. Далее на вопросы депутатов ответил глава государства. Был поднят вопрос касательно пробок на таможенном посту Нижний Зарамак. Третий день ведем учет по датам и по времени. Происходит скопление автотранспорта и создаются большие пробки. Значит, этот материал, эту информацию мы готовы для того, чтобы предоставить их нашим российским коллегам во время проведения межправкомиссии. Параллельно проводится работа учредительного кодекана по реконструкции пропускного пункта Нижний Зарамак. Кайзаган это Окайдарн Эфенди, Мендер Лимес Мухтар Эфенди, Мендер Лимедер Жустоик, Мендер Сергей Владимирович, Мендер Ищита. Кунена Тахсан Канита, что проблема в этом. Фала, уши реконструкция коридора, Терен Осмен, Дед Гуоз Покарчин. В этом Мохку Мендер, Хозе, Оши проблема с Кутчоканом. На Форсто, что Хозе Убер. Ирм Мендер Жустон, Камью Видео, Таюта, Дарс, Очи, Дарс, Рохолу, хем очень дорого стоит будет. Фала на том уже не пуст, огун левый нор очень дорого. И можно просто так сказать, мы будем вот фиксировать что-то нынче. Растет, кашу растет, я кашу растет. Мы шел машина, очень левый хабиум. Значит, хусор вас, словно говоря, тест мастер машина, и на дороге, но же фердер, конец устер. Мы хорошая информация. Фельдер на предложение еще видели, еще меня так. Пятый что да проблема, что чтоб единица, то кум погранчим, тен не погранчим. Мы
Бурона из Салсманды, застава пограничника. Мы сакушчу тай, норма пропор бойден, чё отвечунда тайм бойден, пивахтар тайм бойден, фундар искусом бойден, чё мэ пропота, чё канаса тохтар ожин, чё каната уже насыл зар бойден. Фаласай бай уход лорсердан дар оппорн бойден, чё дордан нолфок кан бойден, чё могу на пэтэфэр чё дар зодо чё уш, а мэй штоп не единицо тар бофтауи норы пограничниктан шепустис, ушепустна. И не кадишчина звонует оло пунктурпуск, а не дай бойде паспорт, технический паспорт пункта пропуск. Обуна буни йонг, ше машина ташава, я загружен наш, ше буе пустан. И ртахок до превышат кене, я мощно ста. Мене мой Александр Михайлович, я даже там юхал. Форсто сам крот той, ва джурдж, мене не условно говоря, 70 машин ау. Усахот вакуду, я мощно ста. Дуар тахот, мене сабонувают, мене машина тасте. И уже как можно, каун бор. Вейм бойде период, да мене бурат мидек час пить, так и фахун бойде. Ройсон форо сахот, лучи дар кусм наивать шару, лучи дар сила бур наивать кене. Ме кандер бурат дар оку кота вейм бойде. Еден охам расте буйер, мене сила лата дар фастан аз дахан. Чулафте дай чи ушир дам хизе. Чи я сила лата, жаджи кармо кана, облаф и фастан асар кана. Ви оправдание хозяй на заган. Фала объективно проблема шама раз искучо кэнне кэ тави очидар нам бола. Фала основной проблема у штодни единицо та та кудар кэна. Еден шама им боро том, мана нахи бограм проблеме чи, нахи на фала мохма на территории кадунис бограм проблеме фэсбэроси. Урдыги дар периодически СФУ мадар охотан бэйвэн чуада. Мы фашухтар прайм бойден. Чо гун штоп не дин зато тахсынч, фалана нефсис, ошо проблема, толтраста джуки оскут чо кэмисэ. Эмма джи шос фэнды полосоку сорозан, ави джи там бор, маддар штоп не дин зато кун нафафил дар кэмю. Ваддар ошо пробко, ави джи сты куду дэсты шарам буты, офтан тозой джист. Эмма ирэмма улд фэдар бун куртам, шамай полосоку дафил дар кэмю. فلکود برکن رفتم ای بیره خود تیرن بالا ساتا در نکوسن بایدن چویت خیمه سن سشتون تنبود بایدن. Кроме того, парламентарии интересовались дальнейшей судьбой малокомплектных школ в селах республики. «Закрывать мы пока ничего не будем», – отметил президент. «Эта ситуация требует подробного анализа, и только потом вместе мы примем решение». Вчера у меня была рабочая встреча с министром образования, где обсуждали в том числе вот эти проблемные вопросы. По результатам рабочей встречи министру было дано поручение провести рабочую встречу с комитетом, с председателем комитета Стоимурозом Валерьевичем. Но здесь основная проблема в чем? Это должны понимать все. Если в селе, условно говоря, кому-то, на сегодняшний день в этой школе учится один ученик. Эта семья собирается перебраться, условно говоря, в Северную Осетию. В школе ни одного ученика нет, а учителей 12. Вот проблема непростая. Поэтому предлагается провести совместно рабочую встречу вместе с комитетом парламента и Министерством образования республики. Прийти к пониманию, найти выход. И здесь, Алан Владимирович, самая главная наша позиция. Коллеги могут предлагать одно, второе, третье, но в этой ситуации, если мы сможем найти детей, которые там будут учиться, школу закрывать никто не сможет, потому что мы этого не позволим. Но если в школе ученика нет, заработную плату этим учителям кто будет платить? Маоша нахастас, да, куннежу и баргафала, школу осевалу куннево. Вот чеки охаркана, мэна, дуисам охарикай. Мэджи, ученика кунна охаркана, و تونز نیچی بفلیچی یه نهانچی درم بارا من علیو شهرین تو لینینگورسکی رایون یه اوچین دوه اوچینیک چی یه جو اون افهم بایده افتخاب جدی مینیستر نه افهم بلد فستا
Ртахоташ, Кулохкат, Фесток, Хот, Охоркана, Геуру, Колохто, Остановка, Сыдорна. Школа и нашел Остановку. Ирин, Мендерна Фендеса Сахкан, Никай Фенде, он, Валерьевич, он Боранушу подтекст. Поэтому давайте вместе сядем. Это очень сложный вопрос. Абсолютно правильно было отмечено. Если эти школы закроем, очень проблемно будет открывать там заново. Поэтому давайте мы настроены на открытую, конструктивную работу и вместе надо собираться и обсуждать, решать проблему. Спасибо. Говорили на заседании и о водительских удостоверениях югостинского образца. У водителей возникают проблемы с их заменой на территории Российской Федерации. Была проведена рабочая встреча со своими коллегами, представителями управления Министерства внутренних дел про Северную Осетию. Этот вопрос поднимался отдельно. При них было поручено, чтобы жителям Южной Осетии, которые имеют водительские удостоверения югостинского образца, чтобы им пошли навстречу и никаких проблем не возникало при их замене. Ирмянадыши захтаю, аж язвий справотан, та проблема в МВД, розцагевши информацию, мохманай. Тогда мы уже постан, отделы поручили в день на министра данной помощи, с тем наступчиком. Я создал срочно. Депутаты поинтересовались вопросом закупки автотранспортных средств для районов республики. К соединению новых территорий сегодня там идет масштабная стройка. Вот такой сама транспорт, автотранспорт, как там Улан Усанович, куда кино, все автобусером, лисы нас, наверх, воз, вот там. И вот так, хайдер, ты вот, я так хайдер, с вами так хайдер, с азокос, на юр, дальше, я ничего не видел, там вас, я на всем дыма, да, мой нахоз, там, когда я буду кино. Ты мой инфантудий, что мы если мы будем морбитом, на Еверто, но на Гунгово, что я росил на Еверто, козы и пухат там, на видах, что да, на Тавдима, уши то плитко, что мы можем на воске шувозить. А висты, если мы будем народ там, койсен. Когда ваше форсто, дорта, шевчим, на расчевист. Депутатам от Ленингорского района Эльдаром Ахмедовым были подняты проблемные вопросы района. В частности, речь шла об улучшении дорожной инфраструктуры. Оше спортзал фаста. Евер тари у мене чудесна. Уже евер поручените да ти свара то слеку да шамелла да ви шамелла им боран. Фивнола нам не из. Уголовник от то, кеш уголовник от то. Ме гаска не ма. Ехшота да фаста на здахт ма нир боше дусте. Ме шолум на ушех от то сахкадуо. Мак я розтуди мечи, феда бункут тома, шо охоста захан. Уйот чеген здар зурин, дедар на амал чите. Обун, мене не захан, ни бун дарай захта. Мене, вода бомба бун ктава роза, мости дедар. Вата, дедар биле шалют, вармар, нарунг сабы, кейдифан, дар сарустан.
Президент Алан Гогоев поблагодарил депутатов за положительную оценку деятельности правительства и добавил, что только совместными усилиями удастся реализовать намеченные планы по развитию республики. В первую очередь хочу поблагодарить вас за положительную оценку деятельности правительства Республики Южная Осетия, за такой открытый конструктивный подход, за конструктивную критику, за правильное обозначение тех проблемных вопросов, которые сегодня у нас с вами есть. Еще раз хочу обозначить и подтвердить с нашей стороны, что исполнительная власть готова к открытой конструктивной работе с депутатским корпусом. Еще раз повторю, что вчера была проведена рабочая встреча и с министром образования, и с министром экономики, где были даны соответствующие поручения и министру экономики, и министру образования проработать с председателем комитета по образованию Саймуразом Валерьевичем, с Арсеном Аслановичем. В принципе, то, что мы вчера обсуждали, эти вопросы были подняты депутатами. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы одинаково понимаем, где проблемы, одинаково видим необходимость более плотного общения, более плотной работы. И, наверное, в ближайшее время и исполнительная власть, и депутатский корпус будут вместе отрабатывать озвученные проблемы и только так можно достигать положительных результатов. Юхо Тарма, это нам эргомна хаштюрдис. Эргомай проблема тадар, эргомай фосто тадар, мамагас кашуоп тадар, вахадак дар. Эргомай фикустат, шаттас да мохамас. Он мох форсай, вишаюканим мама. Шударым бахсын, маничил боша, маничил ховы, мэн юхоттэр, мэн бузнык, мэнэ вафорстота кумкумма, ростай, кайварут мэсыл, кайжурам юмма. Ви хаул журагу, хишовалдар, мэн депутаттэдар, фэнды шамай ашу проблему, таскот чокшау. Кудным ойо, вито нахадак, нахифадар бунул босту, наохостатыл караж нихсан, аул босту, мэ юмма кудбанты зохабарфанавад. Юхоттар мауны штырбузнык, вашарам бунтабира, мазардан захатортардар, ирыстунан, вакохшафтай, шуфорстота, хосчан бойдан, чаудуна, ирыстун оданаца, шорткут хоздартан оман, одамдар бузнык кудуи, охамбалфаваты. Парламент Южной Осетии ушел на летние каникулы. Они продлятся до 2 сентября. За это время депутаты проведут встречи с избирателями. Лена Газаева, Регина Черткова, Алим Бетеев, Ацамаз Гогоев. Информационный выпуск сегодня. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.